Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Лариса Гузеева сообщила поклонникам, что никогда не наказывала своих детей. Телеведущая всегда в итоге вставала на их сторону. «Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но до дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления», — призналась Гузеева. Также телеведущая особо подчеркнула, что гневные слова совсем не безобидны. «Сколько угодно потом можно говорить, что этого не было, что я этого не делала, но слова впечатываются в память намертво», — резюмировала актриса. Недавно Лариса Гузеева засветилась в соцсетях со своим сыном от второго мужа. Сын Георгий ведет непубличную жизнь, в отличие от своей звездной мамы. В этот раз ведущая опубликовала кадры сына с невесткой. На вопрос подписчиков, как они ладят с невесткой, Гузеева заверяет, что с первого дня знакомства у них не было недопонимания в общении. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.